Господи Боже мой, Ты знаешь, что для нас спасительно. Помоги рабам Твоим. И не попусти нам грешить перед Тобою и погибнуть во грехах наших. Сего грешны и немощны есть мы. Не предай нас врагам нашим, Тебе прибегаем. Избави нас, Господи, ибо Ты наша крепость и упование. И Тебе слава и благодарение во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне, Сый в недре очи истинной Божии, источники жизни и бессмертия, добрый пастырь своих словесных овец, не предашь нас, грешных рабов своих. В радость поругания врагом, покаяние правого пути ищущих, укрепины милостиве, сильную Твоей десницей. Без Твоей обу помощи не можем ничто же о себе творить. Спящих нас соблюди, в пути ходящих сохрани, от напасти заступи, от враг спаси, от похотей плотских удали. Радости спасения насыти сердца наши, плоть нашу в чистоте соблюди. Мысли наши своим милосердием огради. Ты управи, Господи, и утверди нас, яко истинных своих угодников. Вся дни Тебе работайте и хвалитесь величеством в Твоей милости, и радуйтесь о нам подожди. Ты бы еси Бог наш, и мы рабы Твои. Разве бы Тебе иного Бога не вем? Яко милости веси и человеколюбец, и Тебе славу воссылаю с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мать Божья, молим Тебя усердно, не остави нас, рабов Твоих. Без Твоей всесильной помощи, наипаче во время искушения, когда в суете метущейся забываем о Боге и о спасении Своем. Царица Небесная, не остави нас своим милостивым покровом и в жизни сей, и при кончине нашей. Аминь. Презри на нас, всемилостивая Госпожа, и помилуй нас, рабов Твоих. Любящих святое имя Твое, всем сердцем нашим взываем и молимся Тебе, Владычица, направи стопы наши на путь спасения, и да не обладает волею нашей всякое беззаконие. Аминь. О Пресвятая Владычица наша Богородица, милосердие сущий источник, покрове, упование
и прибежище христиан. Тебе, всесильной предстательнице, испоручница покаяния и спасения нашего, мы, грешные рабы Твоя, вручаем души и телеса наши, вход и исход наш, веру и жительство наше, кончину и число дней наших, глаголы и помышления наши, дела и начинания наши. Ты же, милостивая Мать Божия, нами руководствуй, покрывай, соблюдай и спасай нас от всех бесовских козней невредимых. Да немолчно, до последнего издыхания взываем Ти. Радуйся, невеста неневестная. О святые апостоли Христовы, Петре и Андрее, Иакове и Анне, Филиппе и Варфоломее, Фома и Матфея, Иакове и Иуда, Симоне и Матфея, услышите наши молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимое, и помозите нам, рабам Божьим. Вашим мощным пред Господем ходатайством избавитесь от всякого зла и вражия лести, твердо же преданную вами веру православную сохраняйте, в ней же вашим предстательством ни ранами, ни прещением, ни мором, никоим гневом от Создателя нашего умоле не будем, но мирно езде поживем житие, и сподобимся видеть благая на земле живых, славяще Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице славимого и поклоняемого Бога, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. О святый Архангеле Гаврииле, всеусердно молим Тя, настави нас, раб Божих, к покаянию от злых дел и к утверждению в вере нашей. Укрепи и огради души наши от искушений прелестительных и умоли Создателя нашего о отпущении грехов наших. О святый великий Гаврииле Архангеле, не презри нас грешных, молящихся Тебе о помощи и заступлении Твоем, ведь и сем, и в будущем. Но присно помощник нам явися, да непрестанно славим Отца и Сына и Святого Духа, державу и Твое предстательство во веки веков. Аминь. О святые мученицы, Вера, Надежда и Люба, и мудрая Мать София, к вам ныне соусердную молитвою притекаем. Умолите у Господа, да в скорбях и напастях неизреченную благодатью Своей покрыет ны раб Своих. И сохранит и того славу, яко солнце незаходимое зрите да сподобит. Споспешествуйте нам во смиренных молениях наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наши, и да помилует нас грешных, и щедрот Своих да сподобит нас Христос Бог. Ему же славу посылаем с обезначальным Его Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом
ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О святые праведницы, богатцы Иоакиме и Анна, молите милосердного Господа, якода отвратит от нас гнев свой, по делам нашим праведно надвижимый, и на бесчисленное прегрешение наше презрев, обратит нас, раб Божий, на путь покаяния и на стези заповедей своих, и да утвердит нас. Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение спросите. Всяк животу и благочестию потребное нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед, и внезапной смерти, предстательством ваших, нас избавляющий и от всех враг видимых и невидимых защищающий. И так как в мире временное сие житие пришедшее, вечней достигнем покой. Иди же вашим святым умолением, да сподобимся небесного царствия Христа Бога нашего. Ему же с Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. О святая мученица Татьяна, приими ныне нас, молящихся и преподающих в святой иконе Твоей. Молись о нас, рабех Божих. Да избавимся всяких скорбей и болезней душевных и телесных, и благочестнее поживем в настоящем житии, и в будущем веке сподоби нас со всеми святыми поклоняйтесь в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже святый и во святых почивающий, воспоминая святых Твоих и их богоугодное похваляя житие, Тебе самого в них действовавшего, прилежно молю Тебя, дашь мне грешному последовать их учению, привету, вере, долготерпению, любви и их молитвенным пособием, паче же Твоею вседействующей благодати, небесное с ними сподобитесь о славы и хвалите Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.